Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 апреля. Я вот вчера показывала, что я высадила первые томаты в открытый грунт. Но там только вот эти сибирские, неприхотливые, холодостойкие сорта. А вот ту рассаду, которую я буду высаживать позже, я сегодня первый раз мы выносим на закаливание, потому что она в теплице уже немножко вытягивается. Мы хотим, чтобы она немножко тормознула. У нее состояние хорошее, но если ее держать долго в загущенном виде, она перерастет. Конечно, здесь томаты уже те, которые, ну, на которые я не надеюсь, которые новинки, которые я не знаю, как себя поведут в холодных условиях. Поэтому они еще в лотках, они еще в стаканчиках. Я их сейчас также накрою пленочкой, но первый день я их накрываю пленкой от солнечных ожогов, потому что это так называемое закаливание, оно не должно происходить резко. Вот они сейчас на солнце могут обгореть, и поэтому тонким нетканым материалом я их закрою. Но если будет холодно, лотки же мобильные, это вот эти томаты уже не выдернешь из почвы. А если будет сильно холодно, эти лотки можно всегда занести и поставить снова назад в теплицу. Когда все лотки расставлены, дуги поставлены, я для удобства пленку сначала вот так вот протягиваю не в расправленном виде. Там придавила, потом просто распущу на две стороны. И все. Эта пленка не от холода, эта пленка от солнечных ожогов. Ну вот все, я закрыла вот этой пленочкой тонкой. Короче, у меня первая от мороза, толстая, вот эта тонкая от солнечных ожогов. Тут они временно, при первом похолодании заносить в придомовую теплицу. Но они за это время уже окрепнут, растолстеют, и качество их улучшится. Ну вот, полки в придомовой опустели, все томаты ушли на закаливание. И у нас произошел случай, случайно Надюшка оказалась в том тоннеле, где укрыли тряпками. Я все запаковала, она там начала мяучить. Она проверяла качество работы, так и осталась в укрытии. Еле-еле нашли. Все, до свидания. Возьми в ручку одного котенка. Видишь, я тебе как говорила, у них глазков даже нету. Они еще слепенькие. Он боится их, осторожно. Ты их боишься? Ну, осторожно. Они маленькие совсем. Малышечки. Малышечки. Глаза открыл, глаза открыл, что ли? Ну-ка ищи, какой глаза открыл. Вот полосатенький. Ага. Полосатый уже глазки открыл. Да. Ну-ка давай посмотрим. Да, котенка. Открываются глазки у котяток. Ну смотри, они такие мяу. Ты возьмешь одного котеночка себе? Да. Какого выберешь? Черненького. Вот это игрушки, так игрушки, да? Ага. Да. Они маленькие, малышечки. Это тебе вместо помидорок, с которыми ты играл, да? Они живые.